Итак, всем привет, друзья, меня зовут Денис, вы на канале FreeDSP, и мы продолжаем играть в игру под названием, как там, House Ashes. Мы прошли невероятные муки испытаний. Я два раза переустановил винду, потому что первый раз она стала криво, она тормозила, глючила и все остальное. И ничего, это мы прошли. Точнее, я прошел. По игре. Что у нас по игре? По игре у нас... В принципе, все более-менее нормально. Осталось у нас маловато, конечно, героев. Что поделаешь. Жалко, конечно, это самое. Рэйчел испепелила сама себя. Ну, или мы испепелили ее. Ну, ладно. Неважно. Спустились, короче, мы какое-то логово. Их тут дохренище. Будем сейчас воевать. Не хрусти. Салим. Салим. За Салима будем играть. Ебобанки, бобанки. Ты тоже это видишь? Охренеть. Эти холмы состоят из коконов. Их там тысячи. Если поставим заряд там, все сгорит. Вот такого этот самый неплохой ник. Нет, ник. Джейкоб, тю-тю. Черт, лупляются. Надо двигать. Живо. Так, короче. Нам сегодня досталось. Мы потеряли братьев. Потеряли Рэйчел. Но сейчас пробил час расплаты. Разместим заряды на кучах как можно больше и взорвем их на расстоянии. Как только рванет, сразу валим к выходу. Походу... Если повезет, мы не только поджарим пару вампиров, но и отвлечем их. Салим, готов? Готов. Ладно, погнали, ребята. Походу, так. Тут никто не выживет. Кто пойдет и заложит динамит? Да он сзади сидит. Да хуй с ним, я пойду. Ёбнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Если что, ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? Да. А если сигнала не будет? Запущу ракету. Как увидишь... Нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг. А чё ты, ну дал бы ему, он лезет в жопу. Смотри, я же за Салима играю, правильно? Я ж не за Ника играю. И шо? А шо мне делать? Вон какая-то хуета. Вот туда пойди. Не могу разобрать. Что это за машина? Шо это за машина? Там. Воробей. Ним один. Слева от него. Ник, перед тобой лопаются коконы. Шевелись давай. Что? Бля, я так и знал. Первая шишка на месте. Прием. Первая шишка на месте. Куда? Вправо, влево? Вправо. Вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда он взялся? Что такое, рана болит? Курс изменен, так я ничего не делал. А у него еще и обоняние есть. Прекрасно. Какое там обоняние, как оно называется? Нюхалка, короче.
Я думал, он только этот самый звуковыми эффектами. Как летучая мышь. Он еще и нюхает гораздо. Не знаю, первая, вторая часть была интереснее. Третья как-то так себе. Посмотрим, что будет четвертая. Интересно, где этот генерал? Ёпты, зашибись, там их просто мимо. Они летают вокруг. И не видят, как... А, ну да. Сейчас этот генералушка, да? Прополз, сука. Сейчас начнется. Стреляй, не стреляй, да? Братан, тут становится жарко. Ой-ой-ой. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Отступить, идти вперед. Надо завалить ее. Хочу рискнуть. Ты все равно пердец ему. Надо пробовать. А что робить? Это слишком просто. Я бы не сказал. О, нет. Что там? Их слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Откуда они полезли? Стой! Как это ему поможет? Выхода уже нет. Да, подашь он это самое. Эй, что видно сверху? Скажи. Они тебя окружили. Их там сотни. Ну ты хотя бы не стал мне врать. Прости, Ники. За это. И то на контрольном пункте. На войне же. Всякое бывает. Покой. Херня, главное. Ой-ой-ой, заряды поставить. Ух ты, блин. Чуть не профукал. Что-то палец не сжался на мне. О, ребята, давай, поделитесь. Давай. Поделись. Друг друга все поубивайте. Блин, плохо видно. Моментами. Специально сделано, походу. О, сколько. Реально плохо видно моментами. О-о-о-о. Да ну нахер, откуда вас столько? А, это специально сделано, чтоб так мелькал. Потому что оно реально бывает. Не видно нифига. Заряды на месте. А, и этот выйдет. С копьем? Ну да. Шашка. Пиу! На-на. Что-то какой-то взрыв так себе, конечно.
О, полетели. Что-то все труханится. Блин, трое осталось, да? Сейчас, походу, пока добегу до выхода, двое останется, а то и один. Пора идти. Один Салим, наверное, останется. Вот тот один здравомыслящий. Да ладно, что, Ник живой? А, его взрывом откинул. Да, сейчас придет этот генерал. Вткнет ему. Это Ник? Он жив. Ник, подтверди позицию. Я в 200 метрах от двери. Курс 3.20. Но я ранен, не дойду. О! Ага. Так вот где была этот самый. Сука, все-таки задушил. Держись, сержант. Мы уже идем. Да уже не надо. Табличка была. Давай. Да захвати ему это самое из хути пашки. Постоминай. Ник, подойди. Оба. Интересно, у него тоже сердце проткнуть и все? Да, то же самое. Табличка не сработала. Ладно, 4 человека. Говорит, сам не дойду. И бежит. Говорит, я ранен, не дойду. И побежал. Что-то я не пойму немножко. Что, еще побахнуло? А, еще взрывается. Споры, да? Так, тут пора нажимать, да? А что ж ты, сука, вечно своей херней, да? Джейсон, а Салим убежал в другую сторону, да? Вот зашибись. Вот прекрасно. А чё Джейсон один? Да где этот Салим? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Салим убежал не эти туда. Эти заряды, божий дар. Такое чувство, что рушится вообще все. Это Салим. Он жив. Салим, прием. Ты там? Я окружен. Дела хуже некуда. Вампиры. Столько вампиров. О чем тут думать? Если вернемся, умрем с ним. Ему конец. Надо идти. Начинается выбор, да? Салим не один из нас. Ну да. Мы своих не бросаем. Я иду. Он все равно труп. Салим один из нас. Морпехи. Своих не бросай. Слышишь, Салим? Если я не выберусь, скажи за это, папа сделал все, что мог. Сам скажешь. Я иду за тобой. Да понятно, что курс изменен, уже тютю будет. Тут уж ничего не поделаешь. Гази. Я ж выстрелил, не понял. Я ж стрелял. Я ведь успел, чего он не нажал? Ох и взрывы, конечно. Серебром надо, серебром.
Ёлки-моталки. Уа, я ж нажал! Джейсон! Ёлк, ты всадил. Да ты вообще, я смотрю. Этот... Как его забыл? Ван Хелсинг. Ты реально этой штукой, бро? Ну да. Пойдем отсюда. Че вы, обосранцы? Да, в лифт, и по лифту сейчас вверх, да, и они вообще летать не умеют. И никак не достанут. Сказки. И там их наверху тоже нету. Прям ни одного. Паре монстров с тобой не справится. А, бля, это было просто охуительно. Эти твари нас облепили. Но мы с Салимом их раскидали, как перед финальным свистком Супербоула. Угу. А кашляй когда будешь? Мы еще не выбрались, но я вижу перед собой лучших. К черту. Лучших из лучших. Так что мы победим. Ну да. Ура! Яна, не ты. Ура? Ура! О, я думал, дед будет опять. Рассказчик. Глубина 629 фунтов. Ник пещеры. Вау! Вверх, давай! Я за тобой! Обваливается все. Как вы так лазите? Подожди, подожди, не спеши. Пусть залезу до конца. То, конечно, я ж видел Рэйчел. Она сгорела. Видишь что-нибудь? Да хз, непонятно, да? Ух ты, бля. Оооо, зашибись. Надо было тебя вальнуть. Лариса. Угу. Лариса. Джейсон, давай обратно. На, ну на. Отвянь от меня. Да, этого будет мало, мне кажется. Нож у нее. Воткни нож. На нож на бок. А, ну или так, ладно. Есть вариант свалить. Да не смотри, шустрее, шух-шух-шух, побежал. Она погибла, когда попала к ней в лапы. Да это явно. Зря я ее сюда привез. Да зря, ты вообще, в принципе, сюда приперлась. Как они тебя залазят, не пойму. А, они обкидывают ногу. Ой, не ногу. А веревку об ногу обкидывают, понятно. И шо, и куда теперь? А как можно было, подожди, он построил храм. Он какой-то обворовал и какой-то построил сверху. Как можно было построить на том, что уже было там внизу, правильно? Если он знал. Бред какой-то. Выберемся. Нужно только лезть. Он, походу, эту палку с собой заберет. И шо? Ля, какой палец.
А, это типа через рот вылезут или что? Конец? Ноль фунтов, 0,552. Зона посадки, ник. Эх, надо было поддержку с воздуха запасить. Да ладно, что так устали? Это же обычная прогулка была. 4? Ты со мной, друг. А что у Джейсона? Подожди. У нас два живых. И охуенно готовых вернуться домой, морпеха. Он же кашлял. Регбист Койоту 2. Проверка. Прием. Ага, хер. А, слышу, нет. Хорошо. Транспорт выдвигается. В 5 часах лету от вас. Нихера себе, 5 часов. 5 часов это плохо. Курс изменен. Кажется, мы выбрались. Мы победили. Угу. Сейчас, как всегда, обвалится все, да? Поразительно. И пердец. Так, тихо. Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Охренеть, блин. Все разнесли. Опа-на. А вот и жопа. Затмение. Да вы издеваетесь. И сейчас повылетают. Отлично. Охренеть. Хижину. Просто охренеть. Я думал, это конец. Ну, в принципе, я думал, он валится, но в такой момент, конечно, я не думал. Закрыть ходы! Задержим их! Только как? Да, надо продержаться до этого самого. До рассвета. Надолго это? 6 минут. Надо держаться. Это слишком долго. Я не могу ускорить луну. Затмение 6 минут. Прорываются. Ну, только не стреляйте поверху. Вы ж ломаете эти самые доски. Да ну к черту, блин. О, теперь правая кнопка мыши. Прокручивайте людей. Щелкать, чем левым. Загоним этих тварей в ад. Да-да. Если бы был бы ультрафиолет, что туда не шло. Их слишком много. А патронов слишком мало. Нужны патроны. Ну и что нам делать? Фосфор. Пулеметы? Ху-ху, шашки дымовые. Где патроны? Это, блядь, ракеты. Огонь! Мы их задержим. Да, детка. Это будет тяжело. Рад был знакомству. Жалко, не ультрафиолет. Начинается веселуха. Надо успевать нажимать правильные кнопки. Так, давай, давай. Правая. Левая.
дальше. Левая. Правая. О, гола. Левочко. О, Джейсон. У тебя это самое... Не прука, я видишь, я с тобой лажаю. Правая. Правая. Ёлки-палки. Живем. Ого. Вот это Джейсон. Эрик. Давай. Поехали опять. Правая. Левая. Да в рот запихни. Ой, еще приперся. Все, жопа. Свет! Ультрафиолет. Ага. Ах. Горы падла. О, текает. Прикинь, не залажал. Охренеть можно. Вот это да. Реально не залажал, все живые. Это, конечно, последний рывок был. Ух. Ура! О, дымятся. Курочки поджаренные. Мне нужно к сыну. Это понятно. Сувенир. Да-да. 4, прикиньте. 4 выжило, ёпта. Где, сколько максимально можно, чтобы выжило? Салим, стой. Удачи, брат. Давай, поздравь от меня Зейна. Спасибо, Джейсон. Я думал, Джейсон не жилец. Прощай, друг. Реально. Я думал, Джейсон не жилец. Только не стреляйте, пожалуйста, в него. Пять часов до подлета, ну... Там же 6 минут затмения. Значит, соответственно, еще время есть. Я думаю, он дойдет. И его не пристрелят по дороге. Все? Я так понимаю, это конец. Курс изменен. Дошел? Не дошел? А, это вертолет. 1-4, вы видите наших? Вон, драконы, он наверху. Вон, штурмовая группа. Этот дырявый. Немножко. Вывозите нас отсюда. Сейчас только потемнело, повылетают. Что там? Обалдел, да? От такой-то херни. А им думаешь как? Трое выживших. Летим на базу.
Эх, Рэйчел потеряли. А могла выжить стопудово, если бы Тони вернулся бы. А, подожди, там же не увернулся, там был выбор, или Ник, или этот сам. Ах, ладно. Четверо тоже неплохо. Удваиваемся. Вечно два было, теперь четыре. Потухло. А чё оно потухло? А, это типа четыре. Приступить ли устоять? А-а-а. От них зависело. Так можно было пять спасти. Неплохо. Часть подопечных пришла к свету, но прочие пали жертвой тьмы. Плата за выживание бывает высока, но иногда платить вынуждены другие. Жду нашей следующей встречи. Возможно, мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены. Дом, что ли? Покинуть его будет очень сложно. Отель? Тюрьма? Вы знаете, где выход. До встречи. Тюрьма, что ли? Ну, очень сложно покинуть. А ну. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Кто ты? Как полет? Фильм говно, еда говно, ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Джейс? Разведгруппа понесла тяжелые потери, но могло быть хуже. Просто некоторых пришлось от пола отскребать. Бедняги. А существа? Ничего подобного не видели. Мозг. Колчик Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Союз. Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима! Он стоил пятерых таких, как ты! Сэмбер, сука, фай! А Рэйчел Кинг? Тебе нужны кровавые детали? Мне нужны все детали. Давай так. Давай ты сам туда сходишь и посмотришь. Тогда обсудим. Если вернешься живым. Да, у него все-таки какая-то херня есть. Лейтенант Колчик. Нехороший кашель. Как раз пришли результаты биопсии. И что там? Наш герой не будет жить долго и счастливо. Сколько он протянет? Надеюсь, на эксперимента хватит. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Боже мой, чего трагедия. Чего он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Не выйдет, он сбежал. Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл. Уже до границы мог добраться. Вот же хитрый ублюдок. Теперь понятно, что Колчик в нем увидел. Аналитики. Не понял, Салим убежал? Образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Ага. Это прямо второй Winterfold. Ага. А. Так, тут у нас полковник. О, Анриал. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать.
Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Да, ведь большая часть команды не выбралась. И мне жить с этим. Обсудим Целус. Целус? А, его машина. Шо это? Моча, что ли? А это шо? Господи. Рэйчел. Тут опознавать почти нечего. Смотрела ее? Да. Могла далеко пойти. Она сейчас встанет. Если бы не это все. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. К этой работе нельзя прийти. А что, хочется? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло. Ну, понятно, как обычно. И хер выпустят. Шикарно. Ну давай, что тут покажешь? You wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Я в шоке. Тюрьма, что ли, какая-то. Все, все. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делайте репосты. В следующий раз поиграем в следующую часть. Сейчас я как раз поставлю ее на скачку. И будет нормалек. Все, всем спасибо, всем пока.